Всем-всем привет! Сегодня понедельник. Смотрите, вот там закат, видите, красный-красный. Ну, уже поздновато я взяла телефон. Мы занимались дровами. Вот такое вот небо у нас. Ну, сейчас время 6:30, девчат. Вот эту кучу всю разворошили. Видите, я там посложила большие пеньки. Вот здесь, которые поменьше. Но эти полежат, и потом я их занесу во двор. И останется вон те дровишки, которые там вон лежат у меня. Закат такой красивый, но вот эти. Но эти будут до весны лежать. Я их трогать не буду, девочки. Ой, как бы показать. Ну вот только могу чуть-чуть. Сейчас вот сюда попробую дальше подойти. Смотрите. Вот там. Вон красное там зарево. Но его уже как бы не видно. Очень красивый был закат. Но мы с Верой пилили. И вот здесь. Видите, девочки, вот здесь вот эту вот кучу. Я ее всю... В прошлый раз разворошила, вон там поставила доски, вот здесь сложила, чтобы они немножечко от снега обходили, и мы потихоньку с Верой пилим. Но сегодня мы, девчонка пришла в 2 часа со школы, а я как раз работала с ярмаркой мастеров. Одно изделие я загрузила, второе что-то у меня не получалось, девчат, ни в какую. А здесь, вот видите, все сухое. Вот котята бегают. Муська побежала. Иди домой. Хозяйка дома, бежи домой, красавица. Вот, нет, домой. Вот здесь тоже надо будет чистить. Все, осенью тут не почистили. Почистили вот эту вот сторону всю. А сам косогор уже не хватило. Ни сил, ни времени, девчат. Вот, хочу сказать. У меня ноги замерзли. Я-то в ботиночках в осенних по-рабочему ношу. Ношусь. Вот эту еще печку куда бы деть. Хоть тащи во враг выкидывай, но тоже туда ее не надо бросать. Сейчас покажу вам, сколько напилили. Вот эти вот я поперетаскаю. Они, видите, в печку войдут. Но надо их там сложить, чтобы они подсохли. Есть сухие, есть не сухие. Вера таскала. Вера работала наравне со мной. Сколько там градусов? 11, по-моему, девочки, но морозно. Я натаскала угля опять домой. Вот здесь я в прошлый раз носила. Вот это мы уже бросили. Вот, девчата, сколько мы напилили. Видите, дров. Сложили, это я же вот этой циркуляркой, но это вот на следующий раз. Даже сил не хватает, у меня уже вот здесь замела кучу опилок метелкой, стол так поставила. И вот сюда Вера носила немножко. Что-то собака лает, мужик какой-то проходил. Вера говорит, мам, он что-то кинул туда за забор. Собакам. Я говорю, может, отраву какую ходит, разбрасывает. Но мужик чужой прошел. Утром один пробежал, и вот к вечеру мы пилили. Тоже какой-то прошел. Ну все, укрывать не буду ничего, пускай оно так и лежит. Она будет вот это все как бы проветриться. Я еще, девчонки, дома. Сегодня практически ничего не делала. А надо кошкам хотя бы сварить. Вот, сложила, самое главное. Немножко замела. Сделала вид поприличнее в доме, да? А, собаки раздухарились. Значит, кто-то там ходит. Собаки так просто не будут лаять. Вот. Это Пашины 2 собаки там. Да.
Веру домой отправила, говорю, бежи, она помогала. Молодец. Помогала девочке, хорошо помогала. Ой, еще вот те вот деревья надо тоже вытаскать оттуда. И мы с ней разворошили кучу. Кучу девочки, которую вот от сарая не успели убрать. Мы ее полностью уже тут всю разбомбили, кувалдой разбивала. Вот здесь, вот отсюда теперь будем носить эти доски. Вот эти вот большие. Их тоже что там сложим, а что в распил пустим. Чтобы к весне вот этой кучи вообще здесь не было. Но потихоньку все перепилится, все сожгется. Все, уже солнышко ушло на низ. Видите, тучки такие. Морозец. Хорошо, когда поработаешь, девчонки, очень хорошо. Это, знаете, вот сейчас повернусь к вам, посмотрите на мою моську, как я после работы выгляжу. Ну вот, я перед вами. Всем-всем привет, мои хорошие. Видите, какое у меня лицо красное-красное. Потому что на морозце... Вон кот опять прибежал, или кошечка это. На морозце я, конечно, в рабочей... Вот такая поддевка на мне. Я сегодня не одевала куртку, потому что в куртке у меня стесненные все движения. Вера тоже говорит, одевай курточку, дочка, а я одену вот эту поддевочку. Но на мне там одна кофта, потом вот другая кофта. В общем, я одетая. Брысь отсюда! Брысь! Вот засранцы. Моська розовая. Как в молодости, видите? Сейчас пойду домой, попью кофейку, переоденусь. И надо сварить, девочки. Быстро разряжается телефон, потому что на улице. Хотя бы кошкам. У нас там борщ есть, пельмени есть. Мы-то не будем голодные. Ладно, бежим в дом, а то холодновато становится и телефон подмирает. Вот так вот работаем, девчата. Вот так работаем. Но зато мы дышим. Говорю, Вере, давай переезжать. Она говорит, давай, зато там не будет дров в квартире. Я говорю, зато умрем там рано. Нет, говорю, мы никогда не поедем. Будем работать и будем жить в доме. Ладно, девочки, попозже к вам подключусь. Всем привет. Сегодня уже вторник. Смотрите, какое солнышко. Как прям весна. Вороны каркают обычно, когда уже прям вот тепло. Вот тогда их карканье сильное. Муська вчера ушла и не пришла. Я ее ночью звала. Видать, забежала на чердак свой в доме. Гали я не вижу, не встречаю что-то ее. Может, она очень рано приходит, а я-то поздно встаю. Ну, Мусьен сегодня не пришла домой. Вот. Маркизик один спал дома. Ой, правда, как хорошо только гулять. Но я сегодня никуда не пойду после вчерашних дров. Буду дома. День выходной сделаю. А завтра уже побегу по всем делам. А дел много, девчат, все равно. Дела есть. Но сегодня еще можно дома побыть. Я сейчас хочу, знаете, вытащить фарш, разморозить и, наверное, сделать котлеток, что ли. Даже не знаю, что готовить. Вера борщ один раз поела, и все. Ем я только. Она то яйца пожарит, то кашки поела, то спагетти было. Вот такое. Не шибко на борщ нападает. Один раз, говорю, съел и все. Ну, не любит она его. Котлет сделаем. Ладно, ветерок есть, но маленький-маленький, совсем маленький ветерочек. Видите, деревья свободно стоят. Спокойно, вернее. Не колышется. Вот.
хорошо. Тишина, а город как в тумане. Вот такой вот. Такой, как будто перед снегом. Но солнца не должно быть. Ладно, девочки, идемте на кухню. Маркизику порезала две сосиски. Видите, как он жует? Ешь, ешь, мой мальчик. Вчера вечером съел две штуки. И вот еще съел. Завтрак, у него завтрак. Мурлычет. Слышите, как он ест? Да, моя красавица. Муси только нету. Муся пропустила сосиски. Две штуки девчат съедает только так. И потом счастливый ходит. Видите, как ест? Мурлычет, мурлычет. Я вытащила фарш. Вот один покупной. Фарш из натурального мяса птицы. Ну, куриный. А это вот я с грудки. Да, по-моему, это грудка. Тоже куриная. Я сама молола. Сейчас поставлю, девчата, в эту мультиварку на разморозку. Разморожу. И потом приду, пока умыться надо. Еще я не умытая. Кофе попить. Цветочки здесь полить. А потом мяско подтает. Придем быстренько, сделаем котлет. Наверное, каши гречки сварю. И сделаю с подливчиком, да? Чем не еда? Чем не еда? Вчера Ира Мусина там меня соблазняла пирожками. Я думаю, может быть, пирожки сегодня настряпать. Ну, посмотрим. На пирожки недолго тесто-то поставить. Я люблю с картошкой. У меня, в принципе, и капуста есть. Но если буду делать, то сделаю с картошкой. Это точно. С картошкой они вмиг улетают. В общем, девчата, день начинается. Видите, вот что я пересаживала цветок. Вот он уже цветет. Вот этот тоже пересаживала. Вот вперед желтенькие были. Маленькие вот так же желтели. Я их обрывала. А потом принялся цветочек хороший. Вот тот только осталось пересадить. Но он цветет все время, мне жалко его обрезать. Чтобы корень прям вытаскивал. И в эту же землю сажаю других там парочку отросточков. Но вот жалко, не решаюсь я его обрезать. Он цветет очень-очень красиво. Девчата, вот эти я пересадила. Вот новый цветочек, смотрите, он набрал бутончик. Вот, тоже пересаженный новый цветочек, тоже вот. Видите, бутончик. Вот этот я пересадила, цветочек. Вот он бутон набрал и уже цвет. Все цветы, вот морозы пошли, я их, конечно, вниз все спустила. Нагромождение такое. Ну, потом половина жуеет на веранду. Вот цветок, видите, тоже бутон взял. Вот этот цветочек цветет. Сейчас вот тут оторвем. Это тоже пересаженный. Вот эти низа убираю. Ну, вот это уже все. Давай, все убрала. Видите, все цветут. Красненький. Вот такой нежно-розовый мне очень нравится. Вот этот вот, вот цвет. И поярче такой розовый. Очень красивый. Нина мне Люлюкина привезла. И вот с той поры все время цветут. В круглый год цветут, девочки. Землю я осенью вот меняла. Осенью. А в основном, ну, земля не покупная с нашего огорода. Хотя наш уже огород давно не удобряется. Все это дорого. Как бы, знаете, люди уже побросали огороды-то практически везде. И всюду, потому что дожди нас заливают. Урожая практически в огородах нет. Ну, а что, земля, она истощается. Смывает дождем много. А в нее не вкладывается. Надо вкладывать. Если заниматься огородом, то надо
и удобрения туда, и коровяк ложить. А где это все взять? Это все очень сейчас круто, девчата. Очень-очень дорого. Вот мои тигры. А с этой стороны, если волки, видите? Вот сейчас волки дочь мне дарила. А вот так вот два тигра. Жует усердно, жует мой малыш. Ест. Ладно, с ним хорошо. Наблюдать за ним можно часами. Я буду умываться. Включаю печку и попозже сюда приду. Девчат, пришла на кухню, сняла видео 3 минуты. Думаю, да я проверю. Опять без звука. Ну, вот такая я. Петличку вот повесила. Думаю, я буду ходить тут, шуршать, чтобы была слышимость. А забыла ее включить. Надо не забывать включать. Ой, поставила кошкам варить. Время у меня уже, конечно, 5 часов, 15 минут 6. Вера добирается домой. А я, девочки, думаю, сейчас сварю кошкам, и у меня фарш оттаял. Сейчас намешаю луку туда, соли, перцу, и буду пожарю котлетки. Фарш у меня был покупной, и мой, который я крутила, это грудка курицы. Ну, а тут, думаю, сейчас я сварю, вот кипит. Видите, я что варю? Гречка с рисом. Вот так смешиваю, вот, сейчас заброшу, пускай она варится, и баночку кильки откроем. Это для моих кошек. Вчера уже, девочки, они съели еду, и я уже вчера вспомнила, что у меня в морозилке лежат эти сосиски. Давно покупались, мы что-то их как-то не съели, и они остались, я их убрала в морозилку, думаю, ну, кошка. Но вот вчера был такой момент, что я о них вспомнила. Вспомнила, достала. Маркиз 2 штуки вечером съела, утром 2. Я говорю, вот ты мой хороший. Муся пришла. Она вчера ушла вечером, девочки, и не пришла домой. Представляете? Ну, по-видимому, ночевала в своем доме. На чердаке, я так думаю, она, наверное, залезла туда, потому что ночью звала ее, нету. Душа-то болит все равно, думаю, кошки нету. Сейчас кильку открою, у меня еще пальчик тут пораненный вчера. Ну, а тут кинулось, у меня сахар кончился, потом гречка, думаю, рис. Я пошла, вот рис принесла, 10 килограмм, высыпала в 2 коробочки. Третью уже не стала, я сейчас этот вот завяжу и унесу потом наверх, там в тумбочку, до следующего раза. Вот. Вот кильку что брала. Вот килька, помните, я брала в светофоре, вот такая высокая банка, вот такая вкуснятина. Здесь вот такая баночка. Девочки, смотрите. Я бы не стала есть. Но запах есть. Сейчас даже ради интереса. Она такая... Ой, тут каша. Девчата, каша. Смотрите, не берите. Но для кошек, да, для кошек пойдет. Вот почему я сейчас... Думаю, я сейчас возьму... Я сейчас возьму баночку, да, с крупой. Одну же крупу они не будут кушать. А вот с этой килькой, что за милые ушки, они поедят у меня. О, будет пахнуть рыбкой. И мои киски все съедят. Я в этот раз им с мясом варила. Они покушали так хорошо. Ну вот, теперь пускай варится. Ой. Я сегодня как бы отдыхаю от дров вчерашних.
Вчера пилили, а сегодня, говорю, я никуда не пошла, девчата. Я полдня прозанималась ярмаркой мастеров, там добавляла свои изделия, пока опись там писала, все вот это вот. Это тоже много времени занимает. Сейчас покажу вам рис, потому что кто-то у меня спрашивал: Тань, какой ты рис берешь? У меня он рассыпчатый такой, резинка от резинки. В мультиварке я готовлю, да? Ну и суп, Вера любит суп рисовый. И мы с овощами рис готовим. Но рис уходит, всегда уходит. И всегда брали в зиму или 10 килограмм, значит, 2 пакета. А раньше были, девчат, большие расфасовки. Мы брали 25 килограмм. Такой большой мешок. И потом просто отсыпала в пакетики сюда на кухню. На веранде у меня была холодная веранда еще до ремонта. И там у нас мука стояла, масло, крупы, банки там какие-то, вот томат паста, вот такое, что заказывали, мы там прямо держали. А сейчас-то я там уже практически не держу, что в коридорчике, что в доме, что здесь. В общем, везде продукты, так как везде и пряжа. Вот. Рис. Рис две вот такие коробочки насыпала. В это уже не стала сыпать, я вам сейчас покажу. Вот такой, девчата, вот рис китайский. Он не длинный, я вам сейчас покажу зернышки. Холодный. Смотрите, мои хорошие, видите, какие зернышки? Вот он как бы не длинный, не продолговатый, а именно вот он кругленький. Вот. И варишь его ресины от ресины, прям вот, ну, разваристый. Есть такой он, как липкий, что ли. Сортов много. Есть темный, есть пропаренный, есть вот этот длинненький. Есть прям вот черного цвета рис. Думаю, боже мой, сколько. Вот это мы были с Верой. Это вверх пойду, я унесу туда наверх. У Саши, у китайца, я смотрю, там привезли, девчата узбечки работают, помощницы, ну, выкладывают товар, все. По-моему, ну, знаю, раньше платили им 500 рублей в день, а сейчас даже не знаю, сколько, может быть, чуть-чуть побольше платят китайцы-то. Хоть на тряпках, хоть на продуктах, они держат вот людей, которые работают, он только на кассе сидит. Да и все. Но спрашивают, что такое? Разные-разные расфасовки. Она говорит, это рис. Там, девчата, названия разные. Думаю, то ли правда он разный, то ли это маркетинговый ход. То есть за фирму это покупают люди. Ну, вы меня поняли. Пойду это выкину, а это в коридор вынесу. Ой, Маркиз, а ты куда собрался? Ты куда собрался? Ну иди. Пойдешь? Куда пойдешь? А? Ты уже был на улице. Ты же был на улице. Сиди дома. Муся вон лежит, и ты ложись. Так, кипит у меня, кипит. Сейчас, что мне нужно, это я оставлю. Сахар сюда. Пойду наверх и насыплю сахарку. У меня одна вот такая коробочка из-под сахара полная. А эту надо тоже заполнить, потому что сахар пополняем сахарницу. Вот такая немаленькая, как бы, да, баночка. Но 2 дня от силы и сахар я засыпаю. Вот. В общем... Ярмарка мастеров начинает потихонечку там что-то доставляться у меня. Ну, я только вчера, девчата, разбиралась. Лук не буду через мясорубку, я его пропущу, порежу в этот фарш. Фарш у меня в духовке стоит, я сейчас вытащу. Потому что я выбегала отсюда, чтобы кошки не соблазнялись. Я его поставила в духовку. Сейчас еще луковицу почищу.
Вера добирается домой. Она мне сегодня звонит. У подружки день рождения. А я забыла, она мне говорила. Мама, мол, скинь мне денежку, мы пойдем ей подарок купим. И пойдем в кафешку. Ну, в Оки-Доки, наверное, ходили. Вот. В эту, в KFC, по-моему, там на вынос, а в Оки-Доки пиццерия. Там заходишь и кушаешь, но они сходили. А тут сижу, девчата, дома-то, пока это все опись там делала. Стук в окошечко, гляжу, мальчишка пришел, Сашка. А я говорю, ой, а Вера, нет, замерз, нос красный. Я говорю, заходи, погреешься. Вера, говорю, ушла с девчонкой. Придет, говорю, не раньше 6 часов. А они-то еще не переехали в свой дом, еще на квартире на столетии живут. Я говорю, иди погрейся. Нет, поеду домой. Поехал. Я говорю, ты что, ничего не написал, что приедешь? Вера бы знала хотя бы. Вот который раз он так делает. Приезжает невзначай, может приехать, а она дома не будет. Представляете? Сейчас же не лето, а зима все же. Он говорит, я сегодня ей написал, но, может быть, сообщение, мол, не дошло. Я говорю, может быть. Пойду луковку еще одну возьму, побольше луку накрошу. Вот, девчат, фарш вытащила, но еще, который вот в тубе круглый, он еще до конца не разморозился. Я вот его смешала. Сейчас сюда лук и еще одну луковицу я точно туда начищу. Лук сладкий, девочки, лук прям вот сладкий-сладкий. Настолько вкусный в этом году. Вот что моя Вера его и стала кушать. Она же никогда не ела. Я говорю, а что чеснок? Она говорит, нет, он невкусный. Я говорю, здрасте. Лук, значит, у тебя вкусный, а чеснок невкусный. Ну, говорит, невкусный. Ну, ешь лук, и то хорошо. И то хорошо, правда же? Вот сегодня я как бы отдыхаю и не отдыхаю в то же время. Какой же отдых? За компьютером просидела полдня. Полдня, девчата. Пока писала, пока фотографировала, пока переделывала там фотографии то так, то не эдак. В общем, провозилась. Потом думаю, надо идти на кухню, надо сготовить, а потом уже продолжим. Что там дела? Я вчера же была в прямом эфире. Всем-всем огромное спасибо, кто был, девчата. Всех Татьян с праздником Татьяниным, днем, мои хорошие. И всем хочу сказать спасибо, кто меня поздравил с этим днем. И Веру с днем студента. Вот лучок сюда. И надо, наверное, чуть-чуть хлебушка, что ли, замочить, то сюда немножечко как бы добавить. Так, я оставлю четвертинку, она, может быть, будет есть. А сейчас вот эту четвертинку тоже порежу. Вот. Нажарю быстренько котлет. Сегодня на улице так хорошо, девчата, но я... Сегодня не выхожу. Завтра предстоит мне побегать хорошо. Сегодня, дай бог, пораньше уснуть, чтобы не засиживаться. А как не засиживаться? Я вот вчера, пока смонтировала прямой эфир. Ой, девочки, время уже много. Я же уже первый час или около часа было. Думаю, ну как же я усну, да? Ни ряда не провязав. И два ряда шали все равно провязала. Провязала, чувствую уже, я прям вот спать захотела. Думаю, ладно, полежит моя шалька до завтра. Ну и завалилась спать. Веру утром проводила. Еще говорю, наверное, я с тобой стану. Она, мама, ты что, с ума сошла? Спи. Я говорю, ладно, сегодня буду спать. Отдыхать, а уже завтра я пойду
пойду в опеку, мне надо зайти, там будет девочки купить у меня биол. Вы представляете, я вчера забыла и утром выпить лекарство, и вечером разложила по вот этой коробочке, чтобы не пропускать. Стала замечать, что бываю, не помню, то ли вечером пила, то ли не пила лекарство. Ну и вчера уже поздно, ночью-то ложиться спать, я еще чаю выпила кружку и гляжу, что у меня не выпила я лекарство ни утром, ни вечером. Думаю, да, что-то ты, Таня, запырхалась, видать, с этими домашними проблемами и забыла за лекарство. Но один день пропустила. Вообще пропускать нельзя. У многих накопительное там. Ну, в общем, вот так вот, девчата. Бывает и такое, что пропустила и все. Понимаете? Так, ладно, я сейчас пока поставлю на стоп, отрежу хлебушка своего, немножечко замочу и сюда добавлю. Маркизик. Ну вот, мои хорошие, у меня котлетки жарятся. Видите, какие румяные. Румяные. Сейчас я буду снимать. А фаршу вот. Ну, пока отключусь, девчат, пережарю. Потом к вам уже, наверное, я подключусь. Чтобы компьютер, чтобы телефон мой не разрядился. Хорошо? Что-то стало разряжаться. Не знаю, почему. Вера забрала Маркизика. Муська здесь спит. Я говорю, Маркиза, забери наверх. А то он мне не даст покоя. Он под ногами лежит. Возле меня, где я, там и он, понимаете? А я говорю, пускай идет, там ляжет и будет лежать. Сейчас быстро пережарю. Там у нас еще спагетти есть. Наверное, пока ничего готовить не буду. Вот. Ну, вот такие котлетки. Не маленькие и не большие. Средние делаю, средние девочки. А я, наверное, налью себе чайку. Я пить так хочу. А потом к вам подключусь, как пережарю все. Покажу. Ну вот, мои дорогие, я пережарила котлеты. Смотрите, у меня сколько получилось. Целая полная кастрюлька. Ну, это вкуснота. Она не задержится. Сейчас я разломлю горячие. Вот надо, чтобы которая не такая горячая. Вот такая вот котлеточка. И вот, девочки, на разломе. Видите, лучок и мясо. Ничего этот раз не добавляла, ни морковки. Вот такая вещь. Я одну съела, пока жарила. И выпила кружку чая. Соль, перец. 1,5 больших луковицы. И, знаете, 3 кусочка небольших. Ну, вот как мы отрезаем от булки, да? Вот половинка хлеба моего домашнего. Я размочила, отжала и добавила. Все. Ну, совсем малость. Веру звала, она говорит, я еще не хочу. Очень вкусная. Ну, надо доедать. А эту поставлю. Поэтому, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Время уже 8:15. А я, мои дорогие, пойду. Мне надо печку почистить, заложить. Дровишек, уголька. Хотя, вы знаете, сегодня что-то даже -8 было. Ну, по крайней мере, на телефоне показывает. -6 даже. Тепло. Поэтому, я думаю, я сейчас печку приготовлю. Пока затапливать не буду. Вот этот влог смонтирую, девочки, и пойду на верандочку. Там сяду. И, наверное, сниму мастер-класс по листикам, шалька, бактус с листиками. А шапочку уже
Ой, в следующий раз, потому что устала, что-то я прям приустала. Но это после дров. Вот. Поэтому, девчата, котлеты я приготовила. Самое главное, вкусные, что тоже немаловажно. Сейчас почищу печку и все же вам покажу, на каком этапе я провязала шаль. Потому что вчера, кто со мной был в прямом эфире, я показывала, а те, кто не был, я вам покажу. Хорошо? Вот, поэтому еще не прощаюсь. Пока. Девочки, у меня уже 12 ночи. Я нажарила котлет. И чувствую, что я сейчас прям стоя усну. И я пошла, полтора часа пролежала. Сейчас затопила печку, Вера уже спит. А я вам сейчас покажу свою шальку. И покажу вот этот вот именно пух с ангорой. Я обещала там девчатам показать. Он пришел у меня в разных цветах. На улице мороз. Маркиз сбегал на улицу. Сейчас только пришел в окошко. А Муська спит возле печки. Город еще не спит. Вон машины ездят по низу. Ну, вот такая вот красота. Давно вам не показывала ночной город. Посмотрите, девочки. Ну, а сейчас покажу шальку. Вышла на веранду, потому что там в моей спальне обычная люстра. Дневного света там нет. Смотрите, девчата, вот что получается. Веерочками вяжу. Вообще, пряжа, я уже говорила, вот он, козий пух. И одна ниточка вот с такой бобинки. Здесь шерсть и плюс акрил, видать. И вот козий пух в одну как бы ниточку. Ну, две ниточки я вяжу. Но получается вообще то, что выходит, и цвет такой красивый. И получается очень классная. Она такая прям нежная, девчат, но очень теплая. Вот ее берешь, на плечи набрасываешь, от нее прям тепло-тепло. Сейчас мягкая. Я представляю, какая она будет мягкая после стирки. Вот я положила мою пряжку. Это вся в две, которые ниточки. Вот этот верблюжонок. Вот здесь вот. Или давайте я вам уже покажу днем во всей ее красе. Вытащу по одному моточку. Вот здесь вот белый у меня пух. Это светло-серый. Серый. Вот светло-серый. Серый. Или наоборот, это светло-серый, это серый, а это темно-серый. В общем, все виды. И вот еще. Надо все развязать. Уже не буду сейчас шуршать, девчата. Но, скорее всего, я вам прямо вот завтра, возможно, все их повытаскиваю. Сегодня что-то провозилось. У меня выскочило еще одно дело после котлет. И я просидела на телефоне. На телефоне, потому что не могла. Там данные давала свои. В общем, нужно было мне побыть на телефоне. Видите, какая красота. Вот такая красивенная получается шалька. Ну, что здесь еще? Здесь, ну, в одну ниточку я показывала все хорошие пряжки свои. Вот эти подробно, да? А вот это, по-моему, тоже в две нити. Вот я все упаковывала по мешочкам, видите, чтобы они были в таких вот мешках и не путались. Вот по три. А пух плюс ангорка я заказывала их по 4, то есть по килограмму. Вот здесь, вот видите, 4 и прошлый раз 2. Это у меня получается здесь 1,5 кило, девчата. Вот из этого я буду вязать себе, ну, наверное, с длинным рукавом кардиган. Как, знаете, как пальтишко, что ли, будет. Только не знаю, буду добавлять какую ниточку. Посмотрим, возможно, сюда добавлю какую-то нить. Надо полазить, посмотреть по моим бобинам, вот таким запасикам.
У меня, по-моему, есть еще девчата светлая. Вот это более такая темненькая. Смотрите, какая красивая. Очень красивая. А у меня есть еще, помнится, серенький цвет. Я покупала на Азбуке вязания. Ну, поищу. Я поищу. Хотите, вас возьму. Посмотрим мои бобинки. Напишите, если хотите посмотреть, то посмотрим. У меня вот здесь внизу бобинки стоят. Потом, девчата, вот здесь у меня бобинки. Вот они. Вот эта мышка стоит, рассказовская пряжа. Видите? Кто-то спросил, Тань, сейчас что с машинкой? Машинка вот здесь стоит, видите, девчата? Пока не могу занести ее и начать работать. Вера вечерами ложится спать, все равно шумишь. Не хочу девчонке мешать, то что ей утром рано вставать на занятия. А здесь работать еще как бы прохладно. И у меня вот в этом углу тоже тут, видите, все навалило, как делали ремонт. Еще же не доделано. Вот там у меня тоже, вот здесь вот бобины стоят тоже. Ну, разворошим, девчонки, и посмотрим, да? Здесь тоже рассказовская пряжа у меня еще лежит. А это мой костюм. Остался рукав связать. Брюки я распустила. Вот это были брюки, я распустила. Но перевяжу. Не переживайте, девчата, я этот костюм добью. Добью. Жду только потепления, чтобы выйти на веранду и работать уже здесь. В комнате там темно. Тяжело моим глазам даже на машинке вязать вот это вот. А это лежит у меня махерчик. Вот этот махер, видите, цвета. Вот. Вот это уйдет на бактус или на шали. Вот этот тоже красивый такой белый цвет. И вот этот прям благородный серый цвет. И вот этот, девочки, вот этот просто ему... Цены нет, хороший очень махер. Я им уже вязала. Ну, классный. И вот этот тоже хороший. Вот прям шикарно. Он что-то недорогой. Ну, такой прям няшка. Это точно. Ладно, девчата. В общем, забираю свою шальку и иду в спальню. Всем хочу сказать, девочки мои дорогие, вам здоровья. Удачи во всех ваших делах. И всем пока-пока. Завтра уже встретимся. А то я завтра еще хочу поехать по делам. И хочется и повязать. Сейчас пока будет монтироваться видео, я хоть немножко шаль повяжу. А то у меня получается уже, знаете, нервное состояние. Я вчера толком не вязала. И сегодня. А хочется, очень хочется. Поэтому я пойду шальку, займусь шалькой и видео буду выпускать. И мне нужно быть еще на телефоне. Ну, там по продажам вот это вот мы соединялись. Что-то у нас не получается перевести деньги с другой стороны к нам через PayPay вот этот. Но все получится. Поэтому, девочки, до новых встреч. Всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. А с вами была ваша Татьяна. Всем пока-пока.